Всем привет, уважаемые подписчики зрители канала. С вами Титан Отец и Хаммер Сэм. Продолжаем играть в Rocket League. И перед вами что? Бэтмобиль. Где детонатор? Бэтмобиль, да, это дополнение. Вышло оно 8 марта. Сегодня. Ну, ребята уверят, это не сегодня, завтра. Неважно. Давай, нажимай куда-нибудь, что-нибудь. Что ты там прокачиваешь? Один на один? Два на два? Ага, у меня... Я проиграл, у меня ромбики эти пропали. Ну, понятно. А ездил был... Нет, они у них все машинки одинаковые. Ну, в смысле, ездят все одинаково. Ага. Я написал... Ты мне написал там... Ты мне написал «Бэтмен, где детонатор». Да, я когда тебе в стиме... Угу. Так, ну сейчас посмотрим, как... Вы... Ой, что? Там такой звук, что заспавнился Бэтмобиль. А, Бэтмобиль заспавнился, но я не слышу. Я без звука. О, тут у него какие-то штучки горят. Ну, это огоньки. А, у него огоньки есть? Ну как, есть какие-то? Чё-то колёса странные какие-то. Ну это же у Бэтмобиля нормальные. А он еще в фильме, ну, что это такое? Это Газ Ранкет. В начале игры один человек, если не зашел, то игра не начинается. А она же начиналась. Ну, что такое-то? За это время не подключился ко мне никто, и поэтому игра не началась. А сейчас что делать? Ждать следующую игру. Ну, нажми на паузу хотя бы. Ой. На паузу? Ну, F10. Ты что нажал? F12 это... Не помню, что. Это скриншот. Я зачем-то скриншот сделал. Так я забыл, что F10. Так. Ну что, там кто-то зашел? Надеюсь, что зайдет. Ну что он там? Что он на клик... Да ставь паузу. Ставь паузу. Наконец-то там зашли или вышли, я не понимаю, почему-то... И забили вам. Что ж такое ты будешь делать-то? Надо просто запись начинать. В общем, как-то все неудачно. Неудачно. Ладно, мы просто показываем, какой внешний Бэтмобиль. И цель не выиграть. Так. Давай, хотя бы один гол. Один гол хотя бы. А они в команде? Не знаю. Нет. О, хоть что-то. Хоть что-то повезло. Эх. Так. Наш. Ну куда ты мячик выбил-то? Ну... Ой, это не наш. Фу ты. Подпрыгивай. Эх. Наш, подпрыгивай, наш. Да. Даже он подпрыгивает. Нет, штанга. Штанга спасла. Спасла штанга. Как-то суматошно. Суматошно как-то. Не! Как-то. В общем, как-то не системно как-то ездите. Идет перебрасывание мячика с ворота на ворота. И наш там где-то есть, наш, но есть. Фух. Как-то странно залетел мячик. Он пытался выбить. Понятно, что пытался. Это такой звук, как когда появляется машинка. Что, наверное, Бэтмобиль выбрал. Мячик на середине поля почти. Подскакивай. Нет. Наш выбивает.
Молодец. В автомобиле непонятно, где сзади перед. А почему впереди перед? А, мячик летит. Летит. Хаммер подскакивает. Еще непонятно, насколько это хорошо было. Мячик пролетает прямо над воротами. Было опасно. Из-за газобили, конечно, было. Прострел. Ну, как прострел? Он как-то сам... Ну, да. Эх. Как-то сначала не задалось. И все. То никто не заходил, то кто-то выходил. Всегда так. Идет потасовка идет у ворот. Теперь она уже у наших. Ну, нет. И забивают. Ну, как-то так вот. Ну, как так-то, а? Может, Бэтмобиль медленнее ездит? Все, вот уже. Я понимаю, что нет. Тогда было нечестно. Да. Никто не пнул. Ну, вот. Эх, он отпнул, а. Ну, на... Да что ж такое-то, а? Ну, что такое-то? Ну, попади по мячику. Я просто не поспал чуть-чуть. Что поспал? Агу, я это... Не проснулся еще. Не проснулся? Ну да, Хаммер еще не проснулся. Поэтому вот так вот получается. Ну ничего. Мы просто хотели показать действительно Бэтмобиль, потому что мы могли не успеть записать серию. Я вверх ногами попытался. Вверх ногами. Поэтому тут играем не на результат, просто внешне показать Бэтмобиль. Знаешь, что нельзя крутить в игре? Чего нельзя? Крутить в игре нельзя. Крутить? Ну вот так вот, смотри, с разных сторон. А, ну там, не знаю, как-то в повторе, может быть, там можно смотреть. Ну, повтор это все видно, там просто сверху показывают. Так, мячик опять идет на ворота. И тот, видимо, по-моему, промахнулся он. Не, он... Мячик идет. Эх! Да. Хаммер не проснулся. У него нитро особенное. Особенное. Особенно быстро нитро. Так и назовем серию. Хаммер не проснулся. Не задалась как-то игра с самого начала. Бывает, ну ничего. Бывает, поспал. Поспал, проспал. А если бы... Ну, ты же похуже меня играешь. Ну. А если бы ты еще играл, когда ты еще не проснулся? То бы как ты играл? Я бы никак не играл. Я бы смотрел на мячик. Фу, мячик. Так, Хаммер остановил мяч. И, ну, так, и подлетай. По-моему, немножко сильно. Наш, но есть. Конечно, 30 секунд. Смотри, он остановил, а я назад. Наш подхватил. Да. 30 секунд, 3-4. Нет. Наверное, сложно будет. Хотя, если каким-то чудом он залетит. Да не. Это уже конец. Эх. И как-нибудь бы туда его. Того этого. Ну как-нибудь его ворота. Наш. Да. О! И как-нибудь бы с той стороны кто-нибудь... Мячик подпинывал бы. 2 секунды, 1. Но и как-нибудь он бы обогнул весь стадион. У меня опять понижение ранга. Понятно, что. Давай еще одну. Ну еще одну, как раз я говорю, успеем. Может быть, ты больше проснулся сейчас? Это была разминка. Может, 3-3 сыграть?
Ну там с потасовка, суматоха какая-то. Суматоха с потасовкой. Я сам не знаю, что такое суматоха. Суматоха, ну это как потасовка, только суматоха. Зачем это слово? Ну, в общем, все бегают, бегают, непонятно. Или ездят, или бегают. Так, ну что, я надеюсь, часто все зайдут и не выйдут. Ну, да. А ты что, они могут еще выйти. А, ну, да, игра-то не закончится, один останется просто. Нормально. И хамик подлетает, есть. Видимо, он уже начинает просыпаться. А я в прошлой игре как-то играл уже тоже. Как-то играл. Так, сейчас, жди. Если... Мне было сложно его подловить. Мячик, конечно. Так, вот. Их, и опять промахнулся. Я попал. Ну, как-то не хватило. Не хватило разгона мячика, куда он бьет наш так. И, ну, подпинывай его. Есть, вот хамик проснулся. Чувствуется. Просыпается. Смотри, я вот так ударил, да? Это было технично. Я его обманул, смотри. Опа! Это было как в футболе. Обводка. Обманка. Обманка, обводка. Так, мячик идет. Подлетает, так, нормально. Я нашел с собой. Ничего, нормально. Куда мячик, туда и наш. А, блин. Так, сейчас мячик идет к камеру и... Подпинывает, кто-то будет на середине. Нет. А, они друг другу помешали. Наш молодец все-таки немного остановил мячик. А, мяч идет к воротам. И этот будет пинать. Ну, тут тяжело было. Тут прям мяч к нему. Прям к нему на бампер мяч полетел. Смотри. Оп. Ну. Надо было не кувыкаться назад ударить. Но я не успел среагировать. Ну, понятно. Хамик наполовину проснулся, поэтому счет наполовину в нашу пользу будет. И... Нет, мяч летит. К нашим воротам. Хамик выбивает. Мяч все еще в опасной, хотел сказать, ситуации. Но наш выбивает. Нет, наш промазывает. Может быть, это была задумка. Не знаю. И... Вся надежда, что там где-то наш окажется. Но нет. Так, прострел ворота. О, он хотел сбить. Это было... было интересно. Так, мяч сейчас будет отскакивать. Мяч пойдет к воротам и... Ну, я тоже. Эх, промазал. Подпинывай. Эх, вот. Так, мяч чуть-чуть на сторону соперника. Он будет отскакивать на середине. На середине наш подскакивает и... Нет, не получилось. На готове был. Не надо в микрофон с так вот делать. На готове был противник. Он подпинывает мяч вперед. Ну, наш. Почему он мячик-то не останавливал? Что же это делается такое? Ну, это... Наверное, вообще не проснулись. Я не знаю. Так, мяч подскакивает, хамик летит прямо на мячик, но мяч просто падает вниз. Так, это промахивается и, эх, красивый был гол. Так, мяч все еще в зоне врага. Так, и надо было развернуться, да помочь нашему. Ну, наш там справился. А я боялся, они бы выбили, а там сзади никого нет. Ну, они были далеко, в принципе, от мячика. У нас... Повезло чуть-чуть. Ну, да. Как он ударил двоих обманул. Так, мяч будет сейчас отскакивать. Ой, не взял. И... Так, и... Ну... Подскакивай. Эх. Где там наш? Не вижу. Нужно останавливать мячик. Останавливать нужно. Только хотел сказать, что удачно получилось, но не очень. И промазал хамик. Так, мяч непонятно куда вообще летит. Ай, все. Непонятно, куда они. Я буду сейчас... О, наш
Так, в воздухе встретились соперники. Мяч отскакивает, сейчас будет отскакивать. Но наш, на тебя надежда. Нет, нет, как-то, как-то неудачно он ударил по мячу. Давай, да. Есть, и как-то не заметили мы с вами, как произошел гол. Давайте посмотрим на повторе. Наш, все-таки наш, да, ударил. Он вам хочет разогнаться. 3-1. Ну, видимо, наполовину проснулся Хаммер, поэтому мяч летит к нам в ворота. Что-то как-то я на нашего надеялся, что... Ну, наш отбивает. Так, он пошел куда-то в середину. Как-то наш слабо играет чуть-чуть. Ну так, нормально. И мяч. А! Нет, нет, мяч не. А, нет. Да, да что ж такое? Тогда сказал. Я так и знал, что он как-то подловил. Он боком, видишь, он просто за... боком. Боком ударил. Она тоже боком старается. Помнишь, ударить. У нас была серия. Да, просто боком такая серия. Так, мяч будет отскакивать на весь на ворота. И вот такого Хаммера мы знаем, мы любим, уважаем проснувшегося Хаммера, который, летая, забивает ворота. Надеемся, что этот будет матч выигран. А мне показалось ли там какая-то стрелочка была? Может, показалось. Так, ну наш, давай! Да! Есть! Успел наш. А, ну, может быть, на пас Хаммера, может быть, это просто... Так, мячик отскочил, да. 5-2, 30 секунд. Будем надеяться, что это победа. А пасов полосочка в повторе или где? Я не знаю, что о чем ты говорил. Так, ты говоришь, какая-то полосочка. Стрелочка мне какая-то показалась. Не обращай внимания. Не отвлекайся, Хаммер. Так, я не отвлекаюсь. Так. Он отбивает, мяч скакивает, и надо было как-нибудь боком там. Так если я просто ударом об отскочил. Просто боком. Ничего, время играет на нас, и можно подлететь, как-нибудь ударить. Как-нибудь ударить. Да, дивишнап. Дивишнап. Что-то вниз, вверх, вниз. Вниз, нет. Ну, это так обычно в таких в рейтинговых. Это как в Хардстоуне. Вверх, вниз. Ну что, выходи. Все, вот и осталось у нас буквально 2 минуты. Вот такой еще покажи ребятам в подробностях Бэтмобиль. Вот такой. Вот, можешь синенький показать его. А синенький еще. А, у тебя не синенький, у тебя фиолетовый. А, можно разными цветами, да. Вот такой поставлю, яркий. А тут такой. Вот. Ну что ж. Надеемся, следующая серия будет получше. Вот это такое. Мы не сегодня будем записывать. Я думаю, завтра, что сегодня Хаммер сейчас... Он, может, и проснулся на половину, но все же. Вот, тут ты я не заметил вот это. Ну, лампочки, фонарики. Это в форме вот этой. Летучие мышиные птицы. Хорошо, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.